Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. У меня Скиф, это Ark Survival Evolved, аберрация карта. И сегодня у нас последнее видео по этой карте, по крайней мере, пока что. Дело в том, что в самом начале я говорил, что у меня не работает как бы возможность присоединения к официальным, будь то или не каким-то другим серверам. У меня игра просто дропается, поэтому я начал на локалке. И, в общем-то, ситуация особо не изменилась. На локалке, если честно, не то все-таки играть. У меня наиграно практически 600 или 700 часов именно на каких-либо серверах. И я как-то к этому привык. На локалке оно не то. Не то, хочется как-то с кем-то вместе скооперироваться и так далее. Возможно, проблему можно решить, я уже пытался по-разному. К примеру, там, переустановив винду. Ну, так как я делал это не так давно, мне на самом деле сейчас как бы это абсолютно не нужно. И это большущий гемор, это настройка кучи программ и так далее. Поэтому пока что мы с Арком распрощаемся, но напоследок повеселимся. Я сейчас поставил ACM-модификацию, это, в общем-то, админская модификация, по сути, позволяющая разные тут настроечки мутить. И попробуем, наверное, выйти на поверхность, к примеру, на крабе, почему бы нет. Сейчас давайте немножко грибов соберем. Посмотрим, что у нас вообще удастся сделать. Ну, если что, я, может, еще кого-нибудь призову, не только Каркиноса. Но вообще мне интересно, что там за движуха будет. Потому что карта в целом очень прикольная. Карта мне понравилась. Так, жди, а я что-то каких-то грибов собрал, вообще не тех, каких нужно. А, у меня они на нуле, какие нужны, ё-моё. Так, надо больше грибов. Потому что это явно недостаточное количество. Давай немножечко больше нагребем. Такс. Ну и плюс скоро выйдет Сабнаутика, и у меня тупо даже времени не хватит, что на Арк, что на Сабнаутику. И хочется именно в Сабнаутику попробовать. На Арк, к Арку, я думаю, мы вернемся, но позже. Обязательно позже. Так. Ну, посмотрим в любом случае. Пока, наверное, зарекаться не будем. Так, схаваем. Берем защитку и погнали. Хотя, по идее, на Каркиносе... Не, меня, наверное, настигнут эти споры. Поэтому смысла особо нет. Ой, барашка там настигают. Все, барашек, бежим. Бежим, барашек. Все, шикарно. По времени, что у нас? В аккурат вроде бы плюс-минус подходящее время. Сейчас посмотрим. Мне интересно, вообще туда запрыгнуть-то смогу. А то я идти-то иду. А смогу ли я там что-то замутить? Скорее всего, меня порвут, кстати. Этого Каркиноса я еще притомил. Он не самого высокого левела. Возможно, стоит, может, себе заспавнить какого-нибудь высокого левела. Ладно, посмотрим. Там еще с погодой не все хорошо, да? Вот как тебя туда запихнуть? Не, скорее всего, мы залезем и там заспавним. Потому что я так подозреваю, просто так я вроде вряд ли смогу, да? Night 90. Да, надо туда лезть и там спавнить, я так подозреваю. Просто по-вандамовски лезем на стену. По-джедайски. Что поверхность нормально образом сложно изучить. Но мне так подсказывает что-то, что все-таки нужны семена растения Z. Ну, не семена, уже, видать, плоды. И вот их, используя, можно что-то как-то намутить. А вот так уже повеселей. Погнали, посмотрим. Сейчас, скорее всего, эти просто... Риперы отовсюду полезут, и на этом все закончится. Но мы попробуем прорваться. Я же прыгать могу. Поэтому погнали прыжками. Погнали, посмотрим, что тут в лучиках спавнится. Золотой бы лучик еще увидеть. Было бы совсем круто. Так, полетели. Так-то да, его сюда, конечно, поднять можно, Каркиноса, но... Что-то мне подсказывает, не так-то просто. Так, подожди. Мне бы свет, наверное, выключить. Это сейчас на меня эти говнари сагрятся. Так, пошла какая-то движуха. Ой, да тут уже много кого подключилось-то ко всему этому веселью. Так, иди в задницу. Безымянный. Я тут просто отключал геймпад. Почему-то его в настройках выключаешь, но он все равно реагирует, начинает вибрировать. Я так ночью вообще конкретно, кстати, перепугаться успел. Так, а, давай зажжем свет-то, ё-моё мне. Ой-ой-ой. Так, вот это была C-менюшка, я ее нечаянно призвал. Так, ну крабу не кисло достается, еще ничего-то не вижу. Отстанешь, нет? Это ж всего лишь 16-й левел.
Чё за дичь, нас еще каким-то дерьмом траванули? Серьезно? Так, я тогда толком даже не увидел, что здесь. В контейнере. А, это вот седло для кротокрыса. Причем зелененькое. Ну, такое себе. Можно что-то и получше тут, наверное, давать. Погнали дальше. Что тут у нас есть? Ёпта, вниз падаю. Вот это зря, наверное. Сейчас отовсюду эти риперы полезут. Тут как бы металла много, много обсидиана. Но смотри, зато тут кого еще много. Всяких разных риперов. Которым только дай. Еще рипер, еще рипер. Три уже. Серьезно, вот как вообще тут жить-поживать-то на поверхности? Как что мутить? По-моему, меня зажали. Да, меня конкретно зажали. Ну ладно, давай попробуем скреснуться. Вроде бы один, ты какого левела? Сейчас бы еще увидеть, какого ты левела, тварь. Ну, пробиваем мы вроде бы неплохо, может быть, справимся. Но это не точно. Это 32-й левел был. Жесть просто. Причем, что у меня картина-то, что там, 270-й, на секундочку, но почти труп. Просто почти труп. Очень жестко тут. Кстати, отсюда какую-то планету видно. Да ё-мо, кто там лезет? Да, на поверхности тут реально очень сурово. Ни в какое сравнение, конечно же, с этими не идет. С какими-нибудь пустынями в этом. На выжженке, да? Пустыня на выжженке вполне себе комфортно можно относительно чувствовать. Там единственное, что черви какие-нибудь тебя могут доколупать. Но здесь же просто... Ёпта. Чё это было? Да, господи, шифт-то я зачем жму? Привык в этой, в дебле. О, убегает. А чё он убегает? Чё, я хитпоинт пробил? Серьезно? Так, мне ещё что-то поесть надо. Давай грибок схаваем. Правда, видимость упадет. А, не, вернулся. Я в аккурат ничего не вижу. Как бы вовремя, да. Смотри, по 329 пробивает. По-моему, это... сейчас краб прикажет долго жить. Давайте-ка себе мы что, Infinity Stats, God Mode, вот это все дело сделаем. Потому что краб, походу, отчаливает из этой жизни. Явно отчаливает, братюня. Ну, пытаемся втанковать. Какой там, 64-й уровень все-таки, дикий. Рипер Кинг. Король риперов. Нужна Квин, чтобы, да, расплодить. Но их вроде бы как-то там ниже ищет. О, все-таки справился. Ну, краб плюс-минус вывозит, конечно. Но я бы сказал, так себе. Тяжко ему тут. То есть, ну, и причем, что это высокоуровневый очень краб. То есть, на поверхности на этом крабе ловить, конечно, абсолютно нечего. Ну-ка, если мы сюда призовем кого-нибудь другого... О, смотри, говнарь, что творит. Блин, они жутко реально выглядят. Нереально жутко, мать их, выглядят. Я вон Василиска заспавнил, осталось только это. Седло придумать. Оденем легендарное седло. У меня, кстати, у краба-то... было обычное. Так, жди, а тебе надо... Тебя надо достать оттуда. Может, вы отстанете от меня? Еще какое-то время агрятся. Так, а как тебя призвать-то, алло? Ну-ка, Василиск. Аккуратно их. Блин, какой здоровый Василиск.
Я как-то зарыться могу вроде бы. Жесть. Так, ты чё у нас? Как зарыться? Ну это яд. Это у нас яд. Это тоже не зарыться. У него вроде как есть возможность зарываться, но может быть на поверхности он ее не может реализовывать, кстати. О, ну-ка, иди сюда. Проверим мощь Василиска. Так, а что по характеристикам-то у нас Василиск? Не так-то и много у него здоровья, если задуматься. Ну, дамаг в целом неплох. Ладно, валим. Черт. Вот через это облачко лучше, короче, не валить, да? Смотри, как фигашит. Блин, ну Василиск тоже крутая тварь. Вон еще один. Твою мать, куда-то в камне я стартанул. Выбираемся. Ой, два их. Блин, ну в поворот входить, конечно, не очень. Держу в курсе. Ну накидывает, скорость атаки Василиска очень бодрая. Так, безымянный, еще рипер. Просто сожрали, да ёпта, еще в какое-то дерьмо, как обычно, влез. Ну, с них ничего супер топового не падает. И смысла в их убийстве нет. По крайней мере, здесь. Ну, единственное, что есть, только качать, я не знаю. Но тут такое себе смертельное удовольствие. Давай-ка попробуем зарыться на другой поверхности. Здесь что-то не получается. А, это мы так падаем. Ой-ой-ой. И падать не особо любит Василиск. Как видите, здоровье мы довольно бодро потеряли. И в поворот входить на нем сложно. Это у нас назад сдать. А со мной ты зарыться можешь? Вроде нет. Я вроде видел, что на ней можно зарываться, кстати. Но что-то не хочет. Ладно, возможно, я что-то не так делаю. Давайте-ка затестим, как она плавает. Блин, ну тварь, конечно, эпичная. Ну плавает что-то... такое себе. Не супер быстро. В целом плывет, конечно, но я бы не сказал, что фантастически как-то очень быстро. Ладно, в любом случае, давайте будем на этом заканчивать. Немножечко трешака под конец устроили. Зато эту фигню можно зарыть. Ёпта. В смысле? А, багануло. Я думал, их расплодило. То есть, смотри, получается, если мы... Вот. Теперь нормально сработало. Теперь зарылся Василиск. Ладно, в любом случае на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И арк, возможно, у нас будет в будущем. Пока что с арком все. И, в общем, всем всего хорошего. Пока-пока.